И кто, что за люди находились в этом месте? Да, взрыв прогремел в парке культурного центра в центре Хакагинцы. Там достаточно очень много людей, да еще и вокруг очень много людей. Насколько мне известно, как мои коллеги передают, еще рядом находится рынок, куда приходит очень много народу. И почему остальные власти боятся второго взрыва? Наталья, спасибо за информацию. Это была корреспондент агентства DHA Айтач Джарчиева. Активисты Евромайдана устроили сегодня демонстрацию у здания областной госадминистрации, протестуя против назначения Марии Гайдар заместителем губернатора. Как заявили лидеры протестующих, они считают это решение Михаила Саакашвили крайне неудачной идеей. Они полагают, что на этот пост можно найти достойные кандидатуры среди граждан Украины и среди жителей Одесской области. Участники акции принесли украинские флаги и плакаты с надписью «Маша не наша». Между тем, сама Мария Гайдар дала сегодня пресс-конференцию для журналистов. Она сказала, что не хочет отказываться от российского гражданства, но при этом понимает, что соблюдать украинские законы придется. Я, конечно, не хочу отказываться от российского гражданства. Я скажу вам абсолютно честно, я не хочу. Но будем делать, как надо будет делать по закону. Прокомментировала она и свои трудовые обязанности. В качестве заместителя губернатора Мария Гайдар будет курировать социальную сферу. Приоритетом станут проблемы беженцев. Также Мария Гайдар пообещала за 3 месяца выучить украинский язык. А еще Гайдар заявила, что не видит проблемы в деятельности правого сектора на Украине. В России, напомню,